Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала. Насмотрелся разных видосов с копченой грушей, настоечки копченой груши. Ну и что-то заинтересовала меня эта тема, тем более приобрел коптильню. Сейчас я, наверное, закопчу и сделаем настоечку на фруктовом дистилляте. Именно на грушевом. И попробуем, что у нас получилось. Поехали. Так, груши я предварительно помыл. Сейчас своим сиротским ножичком. Кстати, вот мне сделали такой вот подарочек. Кованый нож. Подарил дядька жены. С севера. На мне же Златоустовский. Но Златоустовский за рекламу должны будут. А мы продолжаем. Так. Ой, режет как хорошо. Нам груши надо поделить напополам. Вырезать сердцевинку. Она нам не понадобится. Рецепты, которые я перечитал, кучу, фигурирует коньяк. Но, честно, коньяк у меня есть, но так как мы все-таки самогонщики, грешно пользоваться не своими продуктами. Я буду использовать грушевый дистиллят, выдержанный на дубовой щепе. Вот так вот. Ну, все, все сердцевинки вырезал. Сейчас продолжим. Итак, немножечко ускорился, не стал занимать ваше время. Всеми приготовлениями грушу нам надо обмакнуть в наш дистиллят, в коньяк, что у вас есть. Вот у меня именно грушевый дистиллят. О, хорошо как. И обильненько посыпать сахаром с кориандром. Вот я у себя в ступочке все это растолок. Это вот так запах обалденный получается. Все это мы посыпали в коптильню. Добавил щепу, помимо ольхи добавил еще щепу вишни. Ну вот, вот так вот каждую дольку и будем. Ну и все, отправляем коптиться. Но процесс пошел потихонечку. Огонь пока на самой маленькой конфорке у меня на максимуме. Сейчас как пойдет дым, убавлю до минимума и будем коптить.
Результат копчения покажу. Ждем. Так, появились вот первые капельки. Вот так вот. То есть уже дым пошел. Началось копчение. Газ я убавляю на минимум. На самый-самый-самый минимум. Большой температуры не надо. Вот такой огонечек. Ну и сейчас до готовности. Минут 30-40 буду коптить. Посмотрим. Так, температура 70. Выключаю. Нафиг. Газ. Совсем. Пускай остывает, доходит. Так. Ну вот такие вот красивые груши у нас получились. Мягкие. Красота. У меня подготовленный 10 лят, в который мы, наверное, вот эту грушу и опустим. О! Две дольки. Через неделю попробуем, что получилось. Так, прошло 2 недели, и копченая груша готова, процедил. Вот такой вот приятный цвет. Зашел товарищ в гости, сейчас мы с ним продегустируем, расскажем, что получилось. Вот. Желтоватый такой цветик, ваше здоровье. Давай. Но запах. Очень вкусный. Запах копченостей. Типа выпил, закусил. Ну, пробуй. Что скажешь? Вкус мягкий очень. После вкуса. Вот как сказал, копченостей. Что колбаской закусил. Ну, очень хорошо. Очень, очень. Угу. Пьется мягко. Привкус копчености. Именно копченого. Скажем так, на любителя. Не мое. Наверное, я больше такое делать не буду. Но рекомендую все-таки попробовать. Понравилось видео? Ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. Пишите свои комментарии. Ну и вступайте в группу. Всем пока!